Итак, «Шериф Марибор» прямо сейчас решается судьба путевки в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. В этой стадии тираспольчане играли 7 раз. Если сегодня проходим словенцев, дальше нас ждет победитель пары – Виктория Чехия, ХИК Финляндия. Клубы из этих стран уже не раз были на пути желто-черных в еврокубковой кампании. Особенно часто играли с чехами – Сигма, Спарта, Славия и Злин. В 2017-м на групповом этапе Лиги Европы обыграли чехов из Фастова. С финнами встречались в далеком 2009-м. Тогда двухматчевая победа над Интером из Турку вывела наш клуб в третий раунд Лиги чемпионов. Ровно год назад желто-черные обыграли на этом этапе сербскую Цервену Звезду, а потом привезли в Приднестровье Грандов, мадридский Реал и миланский Интер. Это был исторический, пока единственный выход в группу Лиги чемпионов. Еврокубковая история «Шерифа» продолжается. В случае поражения сегодня тираспольчане сыграют в третьем раунде Лиги Европы. В случае успеха желто-черным гарантирована как минимум группа Лиги конференций. А значит, фанов ждет евроосень. А дальше расклады такие. Проходим третий раунд, минимум группа Лиги Европы. Ну и главная цель – обыграть всех соперников на пути к группе Лиги чемпионов и повторить прошлогодний успех.